Привет, друзья! Вы вновь на просторах развлекательного канала «Помидорка за решеткой». Меня зовут Бакштей Дмитрий. Мы продолжаем проходить метро 2033. Артём еще не закончил провождение Бурбона. Мы сейчас располагаемся в катакомбах. И, собственно... А чёрт, как будто нам упырей не хватало. Теперь еще и это кладбище. Артём, слышишь, ты пошарь там по жмурам, может найдешь чего. И двинем. Не вопрос. А ведь действительно на телах жмуриков очень много всякого добра. Что за... Какого хрена сейчас было? А! Очень много патронов. Какого? Ай, открывайся. Артём, у меня что-то сердце мрет. Стрёмное это место. Помнишь наш уголок? Ну давай, давай. Помню, я все помню. Хорошая решеточка. Ай, ты милая моя красивая. Я вернусь и покрашу тебя красочкой. И смажу мою девочку. Врата открываются. Великие темные врата. Давай, давай, быстрее. Бурбон, какого хрена с тобой происходит? Ах! Ты меня затягивает. Бурбон! Иди сюда. Сюда, сказал, иди. Это еще что? Что это за хрень со мной была? Артём, ты слышал это? Ну и песни. Слаще Владимирского централа. Но страшно. И не говори. Да. А ты, пацанчик, жестче, чем кажешься. А чё? Ладно. Почти пришли. Главное, чтобы нас на пороге не сожрали с потрошками. Мы довольно вовремя успели, кстати говоря. Там жмурик один интересный лежит. Хочу его обшмонать. Ах ты ж мать. А шмонание жмуриков не доведет вас ни до чего хорошего. А ты, пацанчик, жестче, чем кажешься. Молодца. Ладно, двинули вперед. Мы почти пришли. Зачем купил? Главное, чтобы нас на пороге не сожрали с потрошками. Тихо, тихо, да что это? А, так я так могу. Все, пошел он в жопу. Патронов мне хватает. Давай еще раз, а ты пацанчик, жестче, чем кажешься. Молодца. Ладно, двинули вперед. Мы почти пришли. Главное, чтобы нас на пороге не сожрали с потрошками. Урод, блин. Включу-ка я фонарик. Такое ощущение, что сзади... за нами кто-то идет. Извини, друг, вряд ли тебе это понадобится. А вот мне... Ну вот и проспект Мира. Ты, главное, рта не раскрывай, папочка все сделает. Думаешь? Ладно. Работай, Бурбон, работай. Что будет? Люди, братва, откройте, прошу, не дайте помереть страшной смертью. Вы что, оглохли? Нас тут сожрут сейчас! Ой-ой-ой-ой. Это я таким макаром экстравагантным. Кого вы за собой притащили? Упырей!
Семен, заводи дрезину. Спасем этих полутрупов. Артем, держись! Нам сегодня карта прет! Это я таким макаром проверял управление, ну. Вот они, родные. Держим оборону, ждем, пока открою дверь. Гаси упырей, Бурбон! Еще! Еще идут! Не останавливай огонь! Не прекращать огонь! Черт! Ах, патроны закончились! Ах, патроны, милые! Идите сюда, родимые! Ах, черт! Довольно опасно сейчас это было. Лови! Держимся, держимся, Бурбон, держимся. Прикрываю. Твоя очередь. Ловите. Лови. Не дадим супостатам уничтожить себя. Тут мы. Слушайся его. Эти ребята вообще юмора не понимают. Хо-хо-хо-хо! Какая встреча! Может быть, это обман зрения? Нет же, это Бурбон, собственной персоны. А я уж и не надеялся, что свидимся. Семен, смотри-ка, кто к нам пришел. Вот хрень! Мы вляпались, пацанчик. Михалыч, какая встреча! А я как раз к тебе лыжи мылил. Слышали, мужики? Накрывайте на стол серебро. К нам Бурбон в гости пожаловал. Бурбон, ты только не нервничай и никуда не уходи. Мы сейчас закончим с этой мелюзгой, а потом уж займемся крупной рыбкой. Помнишь, где меня ждать? Да помню, помню. Уверен? А то могу и напомнить, если что. Уверен. Так они откроют, нет? Блин, я не могу. А, вот все. Эй, а мне оружие не надо сложить? Базар. Никогда прежде я не видел такого базара. На нем можно было купить вообще все, что угодно. Жаль, Бурбон задолжал денег солдатам Ганзы и не хотел задерживаться. Убрать оружие! Кто такие? Выйди на свет! Медленно! Будь я проклят! Это ж Бурбон! Эй, ребята, а ну-ка обыщите их! Так, братан, что пытаешься протащить на сей раз? И что с тобой за пацан? Слышишь, начальник, а может, все так утрясем? Конечно, пойдем поболтаем. А вы присматривайте за этим. Не двигайся! Да все ровно, друг. Не нервничай. Владимирский централ, Этер Северный. Этапом из Твери, название Мерино. Ничего себе пушка. Все нормально. Эти двое могут проходить. Добро пожаловать на проспект Мира. Давай, давай, шевели булками. Или ты хочешь остаться с этими красавцами? Нет, я с ними уже натанцевался. Следи за языком. Ля, мы вляпались по самое помидор. Ну а ты видел, что это? Нет? Этих перцев здесь у меня было точно нет. Ты помидоры это не трогай. Слушай, я мы... Будем считать, я там давно что уже не был. Не знаю, как теперь, но раньше там на сидениях. Ну, на Ганзу нам пути нет, но зато... Слышишь, держи патроны. Пойди купи пару фильтров противогазу. Есть одна мыслишка. Я пойду перетру кое с кем. Встретимся в баре, или я сам тебя позже отыщу. Ну, давай. Не вопрос.
большие вещи творятся. Я их объяснить затрудняюсь. Кстати, кто-то спрашивал по поводу воды в книге. Мне сказали, этот вопрос уговаривается. Решил накрыться. Если меня сейчас кто-то слышит, ответьте. Так что просто примите на веру. Говорит Москва. Станция метро, проспект Мира. Думаю, в питерском метро должны быть выжившие. Там ведь есть станция. У меня сегодня с ней свиданка после караула. Я там как-то бывал. И на многих станциях... Да ладно, придумаешь что-нибудь. На чайных станциях. Про чугунные стены и двери рассказывает в питерском метро. Мой сын сегодня произнес первое слово. Поздравляю, мама или папа? Ни то, ни другое. Он сказал, огонь. Вырастет, будет солдатом. И он мне такое говорит. Ну да. Пить надо поаккуратнее. Здорово, мужики. Просто дай мне поговорить с человеком. Работай, работай, Бурбон. Я пошел дальше. А вот, собственно, и базар. Ну что у нас тут? Хочешь грибы, хочешь мясо, хочешь грибы, хочешь мясо. То есть дети убегают от родителей, их находят мутанты. И эти мутанты едят у детей мозги. И дети тоже становятся мутантами. Это хозяин туда приказал. Себе у вас цены. Ничего себе страшилки рассказывает детям. Так, вот эти товары мне больше нравятся. Наслушаются про то, какой это замечательный туннель. Продаем, покупаем. И все, поминай, как звали. Сталкеры говорят, ни в коем случае нельзя смотреть на кремлевские звезды, когда поднимаешься наверх. Аптечки, фильтры, жалобы. Так, что у нас тут? Вот как это работает вкратце. Что-то вроде там, посмотришь раз. Динамит Йош исключает возможность непредвиденного рикошета и зачастую не расстается с противником. Бабах. Используется как оружие ближнего боя или метательное. Действие продолжается 20 минут. Фильтр. Если эффект наблюдается дольше 4 часов, звоните вашему сексологу. У нас 7 фильтров в принципе есть. Покупай, чего тут думать. Вот аптечка, я бы взял. По рукам. Удачный курс. Кредит с дебетом не сходится. Считаешь до 5, ну и фиг с тобой. Меняйте только у сертифицированного менялы. У меня. Так, что у нас тут? У нас патроны на автомат закончились. Придется брать. 95 патронов. Хоть что-то. Ну и на двустволочку. Побольше. Хорошая сделка. Еще себе у них тут махины. Трачу деньги на патроны, конечно. Многие говорят оружие, там... наркотики. На оружие поберечь, на броню. Что случилось? Чего еще получше? Что у тебя? Ничего. А тут у нас что? Ханза. Ганза. Этот проход открыт только для местных жителей и техперсонала. Мы должны уйти. Хорошо. Проход на Ганзу, как сказал Бурбон, закрыт. Ну и не суемся сюда, значит. Мам! А, мам! Купи мне крыс! Слышали? На проспекте не наказывается. Давай к Бурбону обратно. Вот он. Нет, тут не он. Его тут нет. Он уже наговорился. Тихо, нет, сними.
Потому что оружие... А, вот он, Бурбон. Значит так, я тут добазарился с одним перцем. Он, конечно, шматяра нереальный, но тут уж ничего не сделать. Возьми мой запасной фильтр от противогаза. Мы наверх идем. Ничего себе. Зашибись, и все, выдвигаемся. Еще плюс 5 дал. Поверху, значит, пойдем. Паршиво. Эх, никто меня не слышит. Нет никого. Бурбон? Если меня сейчас кто-то слышит, ответьте. Будто сам Москва. Говорит Москва. Станция метро, проспект Мира. Я уже Михе забашлял. Если вы живы, ответьте. Но мне-то ты ничего не платишь? Это Москва. Ну, если ты, конечно, не хочешь, чтобы я тебя пропустил, платить не обязательно. Если меня кто-нибудь слышит... Вот дерьмо. Да, приятно с вами иметь дело. Никто меня не слышит. Да ладно. Нет, шутка. Если шутка. Меня сейчас кто-то слышит, все на изготовку. Ответьте. Ворота открываются. Это Москва. Вы уверены, товарищ командир? Говорит, все Москва. По местам, прикройте меня. Черт, ненавижу это. Мира. Люди, если вы живы... Дай время перезарядить. Слышит ли меня кто-нибудь? Это Москва, прием. Если меня кто за... Слышит... Ты, малый, не оборзел там? Кажется, все чисто. Давай, никто меня не слышит. Удачи. Спасибо. Надо валить отсюда по-быстро. Бурбон, держи его! Держи! Что-то Бурбон там накосячил опять. Мертвый город. Как описать чувство, когда после 20 лет в туннелях видишь небо? Когда видишь город, в котором когда-то родился, и в котором теперь властвует чудовище? «Вот он, мертвый город», — сказал мне Бурбон. «Добро пожаловать домой». Противогазик, а? А теперь будь очень, очень настрёмный. Будь очень-очень настрёмный, да? А вот и счастливые, бля, жители этого райского городка. Сталкеры, эти черти дерзкие, на поверхность почти каждый день лезут. Ну там волыны ищут, маслины, технику действующую. Без них метро бы уже давно скопытилось. Иногда на их жмуров набредаешь. Они как камень твёрдый, замороженный. Ищу. Здесь жмур еще один есть. Около 5 минут осталось. Так, что тут у нас? Ага, фильтрик пригодится. Там лестница была. А тут и маслинок насыпала. Спасибо, братан. Опа. Растяжечка. А что у нас наверху? Ху, мать твою! А наверху у нас чудище. Опа. Новенькие одели. Ух ты, скрончик с патронами. Никогда лишним не бывает. Офигеть. Вон она падла убежала. Еще одна. Да их там хреново туча. Бурбон! Где он? Черт его подери. Что-то как-то мне кажется, или проседает FPS немножко. Ну что, готов? Тогда двинули дальше.
Давай. Значит, теперь зырь сюда. Нам нужно добраться до вентиляционной шахты, которая ведет к Сухареву. Там мы с собой попрощаемся. Мой коллаж станет твоим, но как добазариться. Не вопрос. Так, ты слышал это? Пацан, начкуйся! Держись в укрытии. Если мы такого урода на открытом месте встретим, начкуйся в любую щель. Их тут с демонами кличут, но лично я называю их суками. Суки, говоришь? Похоже. Добро пожаловать домой, Артём. Давай, прыгай, я тебя поймаю! Уверен. Ах ты ж... Бляха! Что ж мне так не прёт, а? Здание с воротами. Хорошо. Не ешь желтый снег. Ах ты. Принесло. С дыханием совсем тяжко было, пришлось заменить. Так, пройдем через это здание. Жмурик, ты, братан, не обессудь. Тебе это все равно уже не понадобится. Вот черт. Не заметила. Повезло нам. Твою мать! Подохла? Подохла. Опа-на. Нерабочий. Хреново. Ладно, надо идти дальше. Интересно, они слышат звуки выстрелов? Тут вроде спокойно на лестнице. Да что за глюки, мать вашу! Тихо. Бурбон. Опять заканчивается. Опа-на.
мощность пневматического оружия зависит от давления в баллоне. Если оно слишком низкое, то все ваши выстрелы попадут зря. Не хочу я всякую эту рельсу, пневматическое ружье. Меня вполне дробь устраивает. Сдохни, падла! Ах ты, еще двое! Надо бежать наверх. Опять с дыханием беда. Сколько они? На 20 минут? Да на сколько? Здесь прохода нету никакого. Отсюда мы пришли. И куда же нам тогда? Ладно. Дурак, не заметил сразу. Кучно летит патроны. Черт. Демоны. Ах, ты ж падла. Хрен вам. Не дамся я так. Патроны только закончились на автомате. А это уже паршиво. Куда мне там? Сюда. Ладно, не беда, попробуем прорваться. Здесь уже кто-то... Ой, ё-моё! Я ему палец в рот засунул. Как получилось выжить, черт его знает. Опять бурбон. Он лишним не бывает. Еще разок глюканула Артема. Или это не глюки, понятия не имею. Кто-то пытается со мной говорить. Твою мать. Двух выстрелов хватает, чтобы уничтожить падлу. Будем иметь в виду. А это что за ерунда? Опять люди. Надеюсь, бурбон там нормально переживает эту ерунду. Оно отошло от меня, падла.
Ах вы. Один остался. Нет, один. Главное не перебрать. Фу. Каким-то боком выжил. Надо поменять. Ладно. Опробую тропу. Но я этой дорогой не пройду никак. Придется искать обходной путь. Где-нибудь по той стороне, да? Скорее всего. Откуда вас тут так много? Хотя... С другой стороны, глупый вопрос. А! Допрыгнул! Ничего себе! А смысл? А смысл, что я допрыгнул? Не туда я пошел. Прыгну в воду, хана мне. Ну, по всей видимости, мне хана. Делать-то ничего. Хотя нет, выжил. И как же мне на ту сторону перебраться? А, через помещение. Тихо. Ну, поменяйся. Странно. Ну, ладно. Никогда особо не понимал, как эта штука работает. Опа. Динамит Йоши, или как он там называется. Довольно полезная находка. Ох ты ж. Не видит нас. Тихо. Твою мать! Я ударил случайно. Геймпадом ударил по столу. Знаете, даже если я не хочу зафейлить, я это сделаю. Если ничего не предвещает беды, я все равно зафейлю. Да зараза. Так и сидит на крыше. Пройдем мы через этот переход, нет? Thank you.
Как-то можно. Но один фиг нам не сюда. Вон они, демоны. Еще один. Так, куда нам? В какую сторону? Наверх. Растяжечка. Ничего страшного. Сейчас мы ее обезопасим, обезодвижим, хотел сказать. Что за... Мертвый город. Давайте на этом серию завершим. Продолжим в следующей. Ух, довольно напряженное путешествие по Москве. Надеюсь, вам нравится. Вскоре вторая часть метро. А пока, да пройдем мы это. Всем спасибо, всем пока.